Приветствую моих дорогих весов. Сегодня вот у нас такая тайная вечеря. В этом месяце я достаю одну карту. Вот она сама досталась. Так как уж она сама досталась, я вам расскажу. Достаю одну карту из колоды Маккарт про отношения. И каждый посмотрит на нее и, ну, что-то для себя поймет, что лучше в этом месяце будет для него. Ну, загадайте вопрос. Может быть, это не про отношения, может быть, это про работу, про, ну, про любые какие-то дела. И каждый увидит свои перспективы. А прогноз месяца смотрим на оракуле полнолуния. Давно его не было. Я уже как-то даже по нему соскучилась. Посмотрим общую тенденцию месяца. Смотрите-ка, какие вы тут. Кстати, очень может даже образоваться какая-то такая парочка для тех, кто ищет себе парочку. Но это будет неравные отношения. Ну, как бы, может быть, совершенно из разных сфер мужчина с женщиной, из разного уровня я бы не сказала, ну как-то или мужчина, или женщина будет активнее мужчины, а мужчина тоже активный, но она больше напористая, как вот объяснить, воительница, она такая здесь. Ну прям активно физически она завоевывает. А мужчина-то, он, конечно, больше, я бы сказала, такой интеллигентный. Из аристократов, да, вот они скакали верхом, а дама-то, она больше шашкой машет. Месяц перерождения у вас, месяц, может быть, понимания, что-то, переосознание произойдет. Как-то вы взглянете на мир, взглянете взглядом другим совершенно. А может быть, захотите переехать, попутешествовать, начать новое. Ну, то есть, вот если посмотреть на все, то есть у вас какой-то новый период начинается, активный. Есть, когда не совсем хороший период наступает, да, то есть вы можете куда-то в тишину уйти, решить ничего не делать, а здесь наоборот, все активно, может быть, вот эта встреча ваша, она откроет вам на многое глаза. Может быть, это даже будет не любовная встреча. Может быть, вы просто встретите человека, там, на работу придет к вам новый какой-то сотрудник и перевернет вашу жизнь. Вот. Как говорится, в коллектив понесет свои коррективы. И жизнь забурлит. Может быть, и вот так вот. Хотя, смотрите, эта карта, она, конечно, не совсем такая позитивная. Здесь написано проклятие, но вот по всему происходящему я бы сказала, что это
Ну, это новый взгляд, потому что выпала нам тут смерть рядом с этим. И потом корабль, который явно несет благие вести, и у него наполнены паруса. Это просто новый взгляд на жизнь. И все карты такие выпадают с действиями. То есть вы что-то явно будете делать. Так, с работу смотрим работу и финансы. Смотрим все вместе, не по отдельности. Ага, а по работе-то, ребятки-то, как раз будет все очень спокойно. Я бы сказала даже, ну как, ой, как-то так тухленько. Финансы в этом месяце вам скажут. Поставьте нас на паузу. У кого-то, может быть, придут не очень хорошие известия из судебных органов, из госорганов. Но если кто-то вдруг судится с кем-то, то у них, конечно, проиграется в положительном варианте. Ну, то есть результат будет положительный у них. Это прям однозначно. Ну, по новым заработкам, ну, я бы не сказала, что вы в этом месяце заработаете. Вам бы сохранить то, что есть. Как-то у вас больше вся энергия уходит на другое. Ну, бывают такие месяца, когда приходится приберечь денежки, да, не каждый месяц их зарабатывать.